Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас вторая сторона доната. Решил начать вам с русского сервера. Там и английский сервер у меня сегодня будет. И китайка будет вечером. Конкурсы, ребята, идут. Ссылочка на стартовой страничке. Что надо делать? Репостить ежедневные видосы. Все условия есть на стартовом видео. Поэтому заходите туда и смотрите. Вот такой вот у нас сегодня бонус есть на русском сервере. Ну, такое, честно скажу, рынок, который у нас не особо радует по сравнению с другими серверами, там намного больше плюшек. Ну, такое, ничего особенного, в принципе, единственные третьи сундучки, точнее третьи прайм сумки, все остальное не особо актуально. Так, поехали, открываем плюшки. Что тут у нас есть? Там у нас, кстати, по этому, по архидемону. Надо будет позабирать. Так. Давайте начнем с найма героев. Бабашка сразу падает. Анубис, Фрея, Асура. Еще одна Фрея. Еще Анубис. Еще и Некрос, Командора. Анубис и Анубис собрали самого Анубиса. Так, окей, окей, поехали дальше. Не захожу я так уже часто на русский сервер, как это было раньше, на основу больше на твинках сижу, там поинтереснее. Так. Тут у нас есть интересного Командора с роллинга. Ничего себе, у меня места, даже видите, как я захожу, у меня даже места не открыты. Так, прайм руны, карточки, откуда этот сундук взялся, непонятно вообще. Так, прайм мешки, орка. Окей, вот наши плюшки, поехали, эмблемки пооткрываем. Плюс две ремки, неплохо, лучше чем ничего. Так, а что тут у нас будет? Психощит, отлично. Так, вот третьи сумочки тоже ради кристаллов есть смысл открывать. Ну блин, что-то 150 всего лишь коробок упало, печально. Очень даже печально. Камешек, камешек. Отлично. Асурика, блин, столько скинов падает. Так, Махатма, новый талантик выживания. Эмблемка, два камешка. Это радует. Так, это напомника. Что, все что ли? Так, еще у нас тут есть большая выгода. Заберем отсюда плюшки. Так. Есть камешки. Ну, не знаю, для моего аккаунта, честно скажу, это уже все прошлый век. Так, все, с этим мы разобрались. Овника можно получить, в принципе, с базара паки забрать. Все равно овник у нас дороже получается, чем на английском том же сервере. Так. Окей. Поехали, еще зайдем, забежим. Мне надо докачать смертушку. Я ее тоже здесь докачаю. Посмотрите, сколько питомцев у меня здесь. И сейчас мы зайдем на английский сервер где-то 2 месяца, посмотрите, что там делается. Видите сразу же разницу. Даже не хватило, чтобы дальше прокачать. Ужас, 31 уровень всего. Так, что у нас тут еще? А, я еще не все забрал. 32 будет. Супер.
еще зайдем, посмотрим, что там по скинам. А нет, 33-й. Отлично. По скинам что у нас? Махатма. Можем мохнатку улучшить. И два тут. Окей. В принципе, все. Не буду я там заходить сейчас, показывать вам остальные акции. Поехали на английский сервер. Сейчас увидите разницу. Что я здесь получил, по сути, за... Сколько у нас там получается? Ну, где-то так, плюс-минус. Тут пак получается 2,5, около 3 паков. И на русском, да, где-то плюс-минус одинаково. Смотрите, тут я получил вот нижний ряд. Я их уже просто забрал. Плюс вот эти вот плюшки, это по сути наших 2 пака больших. Еще там половинка. Ну, получается плюс-минус одинаково. Вот смотрите разницу. Что я имею? Героя. Имею, посмотрите, сколько сундуков. 30 мешков Агникрыла. Ну, вот, вот вам уже разница. И 5 еще эмблем восьмых. Вот так вот. Так, окей. Поехали изначально. Вот сейчас откроем все. Вам разница, вы говорите, что тут дороже. Тут точно так же, только круче. Плюшки. Так, отлично, это мы забрали. Еще один раз заберем. Каменка. Вот у меня еще даже остались мешочки вторые. Теперь смотрите, что у меня по питомцам за 2 месяца. Разницу ощущаете? За 2,5 года и за 2 месяца. И в разы, в десятки раз меньше. У меня еще единственное, вот эти докачиваются. Вот так вот. Я уже не говорю о складе, что у меня тут делается и сколько у меня чего. Ну, в принципе, многие видели, знают. Так, окей. Поехали. Давайте вот так вот. Гифты зайдем. 52 сундучка. Поехали. А, я их не могу даже открывать, ребят. Потому что у меня перелимит синих кристаллов. Я потом буду их копить. Потом пооткрываем где-то под Новый год. Так. Что у нас тут еще есть интересного? 30 вот таких вот сумок. Ну вот как вам? Посмотрите. Скины, выживание, это все параллельно идет. Так, с этим разобрались. Вот у нас есть вот эти топовые. Так, тут мы должны вроде без проблем вот это все открыть. Поехали. Ну, вот вам разница. Посмотрите даже, как падает все. Так, а вот сумки. Сумки с лаваника 259. Так, что четвертое? Перелимит книг, походу, получается, что ли. Ну, давайте по одному попробуем. Да, все-таки перелимит книг дает. А почему, непонятно. В общем, вот так вот. Тут немножко другая проблема. Тут нет возможности открыть теперь все вместе. А, скорее всего, не книг, а слизней. Со слизнями проблема. Вот 5 коробочек. Порочный пакт. Сталы. Так, теперь, думаю, даст открыть. И не дает. Ну, в общем, я думаю, коробки эти начать копить, не открывать. Посмотреть, накопить. Вот выжил вот священный огонь, точнее. Посмотреть, что с этого получится. Так, окей.
Так, хорошо. С этим мы разобрались. В принципе, с такого вроде как бы все. Поехали. Вот опять же, смотрите, акция. Вот X2. У нас на русском почему-то этого не вводят. Это для всех, для донатов, для бездонатов. Улучшение. На китайке есть. Почему так, не знаю. Что я могу вам сказать. Так, интерфейс, сенс-гивинг, бонус. Вот имперская тут вообще не обновляется. За 2 месяца ни разу не обновили. То есть есть свои плюсы, есть свои минусы, посмотрите. Нереальные цены. Так, покер. Я не знаю, у нас скорее всего тут попыток нет. Да, нету попыток, к сожалению. Так, это мы забрали. Интеркада. Ну, давайте посмотрим. В общем, такая вот, ребята. Тут тоже ничего не меняют. Как сделали раз, так и Дрейк. Хотя тут это все акции, но они нафиг не нужны, по сути. Малышник. Давайте позабираем. Карты пусть будут. Так, таланты, счастливое число и чарующие изменения. Кстати, тут хоть дракона выиграл хоть один раз. Тут опять же тоже интереснее, тут осколками дают. Вот видите, по осколке дают за третье место там. Дают некроса. Первое, второе по 200. И вот все, которые там в сотку входят, получают дракона. То есть такая вот разница, чтобы вы просто приблизительно себе понимали, сравните плюшки, которые я получил на русском, и то, что я получил здесь. Небо и земля. Все, в принципе, все. Ждите еще трешечка вот с этого сервера, где мы постепенно выходим в топ. Нет, у меня просто времени. Можно было бы уже давным-давно это все сделать. Посмотрите на базар на китайке. Восьмые продают полным ходом бастионы. Дешевле, чем на русском. Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.